Привет-привет! Сейчас снимаю видео про небольшой заказик с сайта Еврошин. Значит, пришел моей маме какой-то там этот каталог и решили вот заказать по нему, потому что там в подарок была туалетная водичка. Значит, принес курьер новой почты домой. Вот эта вот непосредственно вода была в подарок. Но очень классно. Это какая-то из новых разновидностей туалетной водички Натурель. Я, честно, не нюхала. Пока что оно будет стоять закрытым, потому что есть чем на данный момент пользоваться. В самом заказе это вот такой вот бальзам после бритья мужской. Очень часто его покупаем и для папы, и для мужа. Хотя сейчас мужу практически таким средством не пользуется, потому что у него борода. И они очень-очень медленно расходуются. А вот у папы очень быстро. Очень классное такое для чувствительной кожи. Стоил он, значит, 147 гривен. Дальше дезодорант, тоже мужской, так как это тоже такая позиция, которая очень быстро расходуется, и ее надо постоянно покупать. Дезодорант стоил... Ой, господи, дезодорант. Это пена для бритья. Она стоила 129 гривен. А раньше ее никогда не покупали, потому что это опять взяли дезодорант. И такое, что тоже постоянно надо, это гель для душа. Хотя в последнее время я гелями так редко пользуюсь, что они очень медленно расходуются. Поэтому мне, наверное, одного или двух гелей на год хватает, потому что уж очень редко ими стала пользоваться. Кстати, вот это вот интересный запах. Это лаванда с... Лаванда ожином. Ну, в общем, прикольный. Мне понравился такой сладкий. Лаванда практически не чувствуется. Также они положили вот два пробника. Один крема для лица. Ну, правильно, зачем фокусироваться? Не царское это дело. И второе это туалетная водичка. И, конечно же, очередной каталог. Очередной каталог, чтобы дальше... Люди заказывали. И здесь вот такое вот предложение. Если покупаешь на сумму 275 гривен, то выбираешь один из вот этих вот подарков. Здесь есть туалетная вода, крем интересный. То есть я думала, может быть, даже ради вот этого крема сделать заказ. Или вот есть тоже он в таком вот предложении. Крем и крем под глаза. Вот. Так что думаю, что может быть даже что-то закажем с этого каталога. Я думала, кстати, вот сейчас я пользуюсь вот таким вот кремом для чувствительной кожи. Вот таким розовеньким, где-то он здесь был. Мне, в принципе, нравится вот этот вот. Но на зиму хотелось бы более сильного ухода. То есть я думаю, или с вот этой вот зеленой брать серии, или с вот этих вот, может быть, розовым. Ну, посмотрим еще, буду заказывать или нет. В общем, вот такой вот был заказик небольшой. Так что всем спасибо за просмотр. Пока-пока.